Команда Rolling Moto старается как можно больше посещать спортивных мероприятий по всей нашей необъятной родине. И сегодня мы находимся в городе воинской славы, город Воронеж. А приехали мы сюда все потому, что именно сегодня на территории комплекса «Белый колодец» пройдет гонка по мотокроссу за кубок «Догоняй» в нескольких классах. 85-125, будет также класс китайских мотоциклов, будет про-класс и ветераны. Традиция, команда Rolling Moto привозит мототехнику для тест-драйвов специально для вас, друзья. Сегодня мы привезли все флагманские модели от Rolling Moto. Такие мотоциклы, как GR8 302T, Kayo K6R на Каябе, Kayo K5, обновленная версия Kayo K1, это Kayo K2 Pro с прогрессией, которые так давно его ждали. Kayo TT140, 125 Basic, конечно же, и Evolution 125. Все эти модели можно протестировать на наших мероприятиях и приобрести в мотосалоне Rolling Moto. Поэтому, ребят, ищем шатры Rolling Moto, подходим, заполняем анкеты, регистрируемся, получаем мотоэкипировку и вперед с инструктором на подготовленную трассу тестить технику. Успел протестировать на нашем тест-драйве, что понравилось? Я успел протестировать Kayo K2 Pro. Так. Отличный бомбовый аппарат для начинающих. Протестировал еще GR8 двухтактник. Это очень серьезный аппарат. Ну и питбайки тут. Самый злой для новичков. Если хотите побольше, поэкстремальней, К2 или К1 можно брать. Ну, сам бы что выбрал для себя? Для себя, наверное, К2 Pro. К5. Хорош. Что для себя нового приобрел? Что почувствовал? Хорош мотик. Ну, едет получше, чем у меня был. Ну, что я могу подписчикам? Заразная эта тема. Пробуйте и катайтесь, наслаждайтесь. Это жизнь.
Уважаемые жители Воронежа, Воронежской области и ближайших областей, абсолютно всю мототехнику, которую мы предоставили вам на нашем тест-драйве, вы можете приобрести в нашем мотосалоне Rolling Moto по адресу город Воронеж, улица Софьи Перовской, 53. Шлемы, мотоботы, комплекты экипировки, запчасти, аксессуары и расходники. Все это вас ждет в мотосалонах Rolling Moto. Ребят, сегодня такая нестандартная ситуация, но с ней, я уверен, что многие спортсмены уже сталкивались. Знакомьтесь, это Данил, он сотрудник компании Rolling Moto. И у Данила так получилось, что он вовремя не успел подготовить свой мотоцикл к этой гонке. И, конечно же, мы выдали ему Kayo K6R на Каябе. И, Данил, вот расскажи, ты сейчас проехал тестовый заезд тренировочный. Расскажи о мотоцикле, что нужно там подкрутить, может быть. Ну, по подвеске она под каждого индивидуально настраивается. Вот. А так все едется, все запускается, все тормозится, мотик хороший. Вот и подошел к концу наш трек-день, чемпионат по мотокроссу в честь Кубка «Догоняй» в городе Воронеж. Все большие молодцы, классов было действительно много, несмотря на суровые условия погоды. Все выстояли, молодцы в том, что приехали, молодцы в том, что подготовили свои мотоциклы, никто не поленился, все достойно от самых маленьких до самых старших сегодня выстояли. Получили все свои призы, собрались с всеми семьями. И уезжаю домой. Как и мы, в общем-то, собираемся, друзья, своей большой и дружной командой, демонтируем для того, чтобы приехать, возможно, уже завтра к вам. Так что до новых встреч на нашем канале. Пока.